Шеф Калин 86, он же Андрей Талалай из канала «Будни шефа», явно болен. В его поведении и так чувствуется глубокое психологическое нездоровье. Вся эта любовь к так называемым блатным номерам, его поведение на дороге. Диагноз, помимо прочего, болезнь именуемая в народе, БМВ головного мозга. Посмотрим, как Андрей Талалай ведет себя на дороге. Тут мы видим дорожные знаки ограничения скорости и сужения дороги, ремонтные работы. Андрей Талалай демонстративно устраивает гонки. Владик жаривает. Создает аварийную ситуацию, при этом как больной болезнью БМВ головного мозга, занят тем, что смотрит на то, какое он впечатление произвел на окружающих. В общем, шеф, он же Андрей Талалай из канала «Будни шефа», в очередной раз показал свое малоприятное лицо. Вы можете подписаться на канал «Уксус Влог» для быстрого доступа к новым видео. А на данный момент это все.